Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов MBFX Timing. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Данный индикатор является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так и против него. Благодаря этому даже трейдер-новичок сможет покупать опционы с прибылью. Также данный индикатор может легко использоваться в какой-либо стратегии для бинарных опционов, так как является универсальным. В настройках индикатора можно увидеть всего лишь два параметра. Первый параметр отвечает за значение индикатора, и если его поменять, то поменяется и сам индикатор. А второй параметр отвечает за фильтр, и если его поменять, поменяются и сигналы от индикатора, а именно желтые линии. Стоит отметить, что подобрать параметры индикатора не так просто, и нужно будет провести не одно тестирование, чтобы понять, какие из параметров работают лучше всего, а на первое время можно использовать стандартные параметры. Если говорить о правилах торговли по данному индикатору, то они элементарно просты. И для покупки опционов call необходимо, чтобы индикатор находился ниже уровня 30, после чего начал пересекать его снизу вверх. А для покупок опционов put, соответственно, необходимо, чтобы индикатор находился выше уровня 70 и начал пересекать его сверху вниз. Экспирация в данном случае должна составлять 4 свечи. Также можно использовать и более агрессивный вариант торговли. И в момент появления сигнала, а именно когда появляется желтая линия, также покупать опционы. И соответственно, если желтая линия появилась после красной, то это покупка опциона call. А если появилась после зеленой, то покупка опциона put. И также стоит отметить, что лучше всего дожидаться закрытия свечи, на которой появилась желтая линия. Экспирация в таком случае должна составлять одну свечу. Если обратить внимание на оба вида сигналов от индикатора, то можно увидеть, что некоторые из них бывают ложными. Поэтому не лишним будет добавить какие-либо фильтры к данному индикатору. Одним из таких фильтров можно считать торговлю по тренду. И если для примера взять данный участок, то открываться здесь должны только сделки с опционами call, так как в данном случае локально у нас восходящий тренд. Конечно же, в качестве фильтров можно добавлять и индикаторы. Это могут быть как индикаторы уровней, так и стандартные технические индикаторы. И для примера сделок рассмотрим данный участок графика, а также добавим фильтрующий индикатор. И фильтром послужит стандартный индикатор параболи, который находится в разделе «Трендовые». Единственное, что нужно будет поменять, это шаг, который будет составлять 0.03. И примером покупки опциона call может послужить данная свеча. Так как именно на ней индикатор начал пересекать нижний уровень снизу вверх, после чего на следующей свече появился сигнал от индикатора параболи, и значит можно было покупать опцион call с экспирацией в 4 свечи. Примером покупки опциона put может послужить данный участок. В данном случае у нас есть сигнал как агрессивный, так и консервативный, а также есть подтверждение от индикатора параболи. А значит можно было покупать опцион put с экспирацией в 4 свечи или с экспирацией в 1 свечу, в зависимости от стиля торговли. Также в качестве еще одного фильтра можно использовать свечной анализ. И в данном случае мы имеем свечной паттерн «Медвежье поглощение», который сигнализирует о падении, после чего появился сигнал от индикатора параболик, и также можно видеть оба сигнала на нашем индикаторе, и по итогу открывать опцион put с экспирацией в 1 или 4 свечи. Стоит обратить внимание, что открывать опцион put тут нужно было бы после закрытия зеленой свечи, так как именно на ней появился сигнал от параболика. И также стоит отметить, что если использовать в качестве фильтров свечные формации, то сигналов будет довольно мало. И в заключении хочется сказать, что данный индикатор для бинарных опционов является очень простым и понятным индикатором, который не перерисовывает свои сигналы и позволяет использовать их как по отдельности, так и вместе с другими индикаторами. И также индикатор может довольно точно показывать развороты и коррекции, что является одним из его главных преимуществ. И несмотря на точные сигналы, которые может генерировать данный индикатор, никогда не стоит забывать про правила money management и риск management.
так как при использовании их можно сберечь большую часть торгового капитала при получении множества убыточных сделок. И, конечно же, не стоит забывать тестировать все индикаторы стратегии на демо-счету, так как это является основой прибыльной торговли. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!